Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Мне стыдно слушать такое, если честно. Меня часто спрашивают, Даня, почему ты так не похож на тех, кого пародируешь? Может, ты просто не любишь переодеваться в женщин? Нет, я просто не люблю переодеваться в видеоблогерш. Ага. Мне кажется, будет что-то прикольное. Но я ожидаю больше, многого от него. Пародийного трона, больше не молчу, мама is back. Хочешь диалога? Принеси мне чек. Я такая непостоянная, характером не вышла. Ведь меняю показания, как свидетель на бутылке. То под коксом, то на зоже, то скромняга. То я лопас, то от злобы вижу коммент. То сироток, ставлю ролик, то я блогер. То хип-хопер, то ушла я, то приперлась. То с улыбкой брею ноги, то в постах сосусь с Богом. Ой, я не одна из пустышек. Все, что я делаю, делает прибыль. Кто же мне пишет реклама кредита? Готова за лямчик толкать все детишка. Типа, с одной стороны, знаете, ты думаешь, типа, бля, ДК, сейчас будет что-то классное. А вот, типа, я сейчас включаю, типа, ну это круто, но это, ну это не круто, это просто норм. Вот, типа, куча, это норм. Куча штанишки за лям, нам не столько логотипа, как портфолио Дудя. Заплатила я за клипы, текст подводники, битока, чтобы две минуты ровно читать репрограммировать. Видите меня, суки, сушатся феном, и гляну в глаза, Майкл Джексон стал белым, и ноги блестят, я смотрюсь в отражение, твой ротик закрой, я не слушаюсь, челлендж. Сюрприз, 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 я сияю ярче, чем фонарь. Сюрприз, 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 я горячее, чем пожар. Сюрприз, 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 я сияю ярче, чем фонарь. Да, я ожидала что-то больше. Комменты? Марина, срочно поменяй гострай. Смотрю в отражении, ну как оторваться. Ебать, я красиво, как баксы на карте. И голос чужовый, но только нормальный. И буду читать, как мой ёбнутый парень. Эй, камни на запястье, я это вас все поняла, тяжелый труд. Свету на заводе пашет, мне похлопал по плечу. Меня уважает западный. Ну типа, я не знаю, это звучит как оправдание. Типа, можно сделать всегда что-то охуенное. Типа, даже на говно. Кальянный мозг усите, нихуя себе заслугу жду. Типа, ДК делал пародии на говно, но делал их круто. Мне кажется, он мог что-то будет круче. Я сияю ярче, чем фонарь. Сюрприз, 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 я горячее, чем пожар. Сюрприз, 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 я сияю ярче, чем айс. Сюрприз, 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 Марина, срочно поменяй гострай. Вот эта строчка хороша. Типа... Может, дверь пооткрываешь? Да, не за что, бро. Сюрприз, сюрприз. Может, включи припев, и ты, типа, будешь открывать в какой-то момент. А ну, ладно, пихуй. Сцен взаимно простреляем. Под припев давай сделаем. Теперь понятно. Короче, смотрите, вот, типа, да, пример, короче. Вот, типа, сейчас ДК сделал пародию на говно. Да, вот, допустим, вот так. Ну, типа, есть клип, бесит вот эта вот хуйня. Он сделал это круто. Я думаю, вы помните? Типа, он сделал это реально